Ранним воскресным утром жители села Заворово и соседних деревень собрались в Свято-Троицком храме, ожидали митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Свято-Троицкому храму, что в селе Заворово, исполнилось 320 лет. Церковь является памятником архитектуры, а построен он был на средства Михаила Никитича Львова. До нашего времени в иконостасе сохранились иконы 17-18 веков. А сам храм в 1936 году был разорен. Восстановление началось в 1991 году. Минувшее воскресенье владыка Ювеналий совершил чин великого освящения Троицкой церкви. Величайшую радость вместе с прихожанами разделили священнослужители, глава Раменского городского округа и ученики воскресной школы. Люди, потрудившиеся во благо церкви, были отмечены грамотами митрополита. С радостью и умилением смотрел на ваших детей, которые сегодня молились и причащались святых Христовых тайн. Я думаю, что это свидетельство того, что приход жив, и отец-настоятель очень усерден просвещению людей, приходящих к нему. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Андрей Минкин для программы «Городские вести».